Я не знаю, какие последствия, но молодежи все равно, я так думаю, на Украине особенно сейчас, с этими настроениями, там преследуется другая совершенно идеология. Они думают, что они, изменив, в одночасье хотят изменить мнение людей, и людей, которые жили 50 лет совершенно в другом составе, опять же, я вернусь, это невозможно. Человек должен осознать, что происходит в стране. За одну минуту поменять 9 мая, а и сколько людей еще осталось, которые с этим праздником жили всю жизнь. И я считаю, это неправильно. Те же, вся Украина воевала так же, как и Россия вместе. Это было опять единое государство, и сейчас об этом так судить. Я не знаю, откуда это веет. Мне кажется, какой-то злой умысел какой-то вообще. И Бог этого, наверное, не хочет. Это мое мнение. Вот, я так считаю. Поэтому 9 мая — это ужасно, что они это делают. Хотя бы оставили этот праздник, рушат памятники. Для меня это тоже ужасно. Неважно, Ленин там стоит, или Дзержинский, или там Битл стоит у кого-то, Леннон, кто угодно. Это, во-первых, произведение искусств, это произведение истории. И чтобы там не было такого зла, как, допустим, Гитлер в Германии принес всему миру, да, его нет. Смотрите, во время Советского Союза опять все жили дружно и мирно, не было таких ужасных совершенно вещей, когда два братских народа друг друга перестреляли в какое-то одночасье, понимаете, 5000 людей, это только по официальным каким-то данным. Я считаю, что это вообще просто ужасное. Я бы всех этих правителей нахрен куда-нибудь закрыл бы, не надо никого уничтожать, ну куда-нибудь закрыл бы, вот их надо под колючую проволоку, если они так себя ведут. Все решается в договорном порядке. Понимаете, если где-то в любой стране мира кого-то вдруг убили, и все встают на защиту этого одного человека, представляете, что надо делать здесь? А 9 мая — это святой праздник, я считаю. Вот так убивать, люди погибали со стороны и Украины. Было много ошибок совершено, и Сталин там, и Ленин, все что угодно. Но государство было очень глобальное. Я думаю, люди были как-то сплочены. Сегодня это только разрушает. Я сам часто бываю в Европе, они такие же люди, как и мы, но куда-то вот то, что было в Советском Союзе, мы даже были больше похожи с европейскими странами тогда, чем сейчас. Сейчас везде агрессия, что меня убивает. И 9 мая должен был остаться. Это глупость какая-то, человеческая глупость. Оставьте для тех, кто в это верит. Понимаете? Нельзя лишить ребенка любимой игрушки. Это плохо.